Молодая девушка Ксении Берловой, 19, взывает со сцены мольбу убитой горем женщины. Песню «Баллада о матери» в свое время исполняли сам автор музыки Евгений Мартынов, Лев Лещенко и София Ротару. Еще ее спела любимая певица Ксении Анна Лорак, и сомнений у девушки уже не было. Юный возраст челябинскую исполнительницу не остановил. Она мне очень близко по душе на самом деле, я переживаю ее сильно. Она для меня все. Эта песня, именно эта песня. Ксения Берлова участвует в прослушивании конкурса «Проснись и пой» на ОТВ. Очный тур проходит в торговом комплексе «Кольцо». Всех участников слушает солист филармонии, наставник по вокалу Рустам Зайченко. А вот когда вы поете высокие ноты... Алексей, Лешенька, сынок! А потом ведь там еще выше, да? Алексей, Лешенька, сынок! Вот все-таки хотелось их услышать, я их ждал, но не дождался. Спасибо. Ксения Берлова на сцене держится уверенно, все-таки не первый раз участвует в конкурсах. Девушка учится в педагогическом колледже и планирует стать учителем музыки. Но если удача улыбнется, была бы не против выступать на эстраде. Проголосовать за Ксению и других участников конкурса «Проснись и пой» можно на сайте utro.odinobel.ru. В торговом комплексе «Кольцо» – «Кольцемания». Розыгрыш призов каждое воскресенье.